Господи, женские духи, ой, хоть шлейф вонючий от нее, это просто пипец. Ого, Сочи. Он что, приплыл сюда из Сочи? Хотя все может быть. Он такой здоровый вообще, пипец. Вот это я понимаю, яхта. Пропускаем, братьев наших меньших. На самокаты. И съезжаем. Только не надо мне говорить, пожалуйста, что придется вручную вытащить. О, здесь лифт есть. Отлично. Едем на лифте. Посмотрите, он сейчас опускаться будет. Посмотрите, поехал, опускается. Вот грузики пошли. А вот и сама кабина. Здравствуйте. Этот лифт слишком стеклянный для моего велосипеда. И для моего образа катания. Блин, капец, тут жарко, я истеку. Проехал, офигеть, я такого раньше не умел делать. Ребята, короче, просто чекните, какой аппарат здесь встретил. В парке Горького. Вот это уровень, это я понимаю. Эндуробайк. Передние ходы, я думаю, 200 минимум. Да и сзади пружинка стоит побольше, чем у меня напереди. Так, теперь надо запрыгнуть со ступеньки. А, есть. Ну уж спрыгнуть с них это полная фигня. Изи просто. Прыжочек с высоты примерно 50 сантиметров. Может быть, чуть-чуть повыше. Раз. Два. Изи вообще. Опа, нифига себе, тут озеро. Вау. Утя! Если это утя, конечно. По велосипедным дорожкам. В смысле? Красный желтый же загорелся. О, не-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 не. Знаю я такие мостики, блин, деревянные. Накатался я по ним как-то раз, от него шлепнулся неплохо. Меня второй раз не проведешь. Ой, куда меня занесло? Почему меня, как я обычно, самые грязные участки нахожу, блин? Твою мать, ну поехали.
слишком опасно на велосипеде по мокрому дереву спускаться. Какие бы у вас классные тормоза не были, но при таких длинных участках вы просто улетите вот туда, вот и все. На этом ваша покатушка закончится. Лесенка прикольная, кстати. Блин, какая здесь атмосфера классная, вообще просто топ. Речушка. Блин, вот это кайф, вот это дорожки. Все-таки не зря меня в самое дерьмо занесло. Иногда это приносит свои плюсы. Тормозил. Жалко, здесь камень и песок. Так бы с этого спуска прям в воду можно было бы так вот выкупаться. Вся суть трейлов после дождя. По ним хрен съедешь, так еще и хрен поднимешься. Потому что ну очень скользко. А мне с моей подошвой не понимаю, как удается вообще подниматься. Ну что, ребята, готовы увидеть вид, ради которого я сюда поднимался? Пожалуйста. Сейчас мне предстоит спуститься с этой горы на практически лысой резине. Напомню, что только что прошел дождь, и как бы мало того, что резины нет, так еще и зацеп никакого нет. О, еще и глина летит во все стороны и очень скользко. Поэтому простите, конечно, но я буду съезжать на тормозах. Может быть, прыгну вот этот трамплинчик.
Прыгнули трамплинчик. Огонь. Так, это еще один трейл с трамплином. А здесь очень-очень скользко. Очень скользко. Но мы спустились. Я не упал, я в шоке. Я даже прыгнул один из трамплинов. Хотя он лайтовый, но поскольку... Как бы вот этот трейл только что проехал. Трамплины лайтовые, но резины сзади у меня нету, здесь слик. И у меня как бы кросс-кантри, то есть это не подъезд. Поэтому я считаю, то, что я молодец. Можно мне поаплодировать. Но я поехал дальше фигачить. Коротко о том, ребята. Я, конечно, не знаю, что из этого получится. Но я попробую сейчас помыть велосипед после моих спусков, блин, грязных. Опа! И пополощик. Красота, ё-моё. Смотрите, и все отмылось почти. Во всяком случае, на раме. Вот там вот. По сравнению с тем, что было, стало очень чисто. Рабочий лайфхак. Если рядом есть Москва-река, велосипед можно помыть в ней. Всегда пропускайте тех, кто едет в подъем. Поверьте, им сложнее, чем вам. Хочу перелететь эту штуку. Не перелетел. Лошара просто даже скейт-парк перепрыгнуть не может. Уже водичка появилась, ничего себе. Как водичка? Нормальная. Хороший терминатор, ничего не знаю. Хороший. 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 Мне в шлеме идеально просто. Немножечко жарковато, так нормально. А? Да не, я Ваня. Он хотел просто стикер спросить. А, конечно. Конечно, можно. Привет. Держи. Вам нужны? Да нет, нет. Мне уже дали вот эти штуки. О! Это Витрон! Да. Красавцы, пацаны. Давайте. Прыгать. Опа, а вот сюда я запрыгнул. Расславечка, басловечка, будет песенка. Что за наркомания? Тут крокодилы и пляжи. Я в шоке. На заднем давай, на заднем. На заднем давай. У меня тормоз не работает сзади. А, ну это печаль, конечно. Я поэтому пытаюсь ловить хоть равновесие.
Они у тебя, так они у тебя тросовые. Трос вот этот подтяни, смотри. Откручиваешь вот эту штуку, натягиваешь трос, чтобы он схватывал, и прикручиваешь. Да, тут легко это. Ну, все, у тебя шестигранники с собой есть? Не. Ну, я тогда просто приеду. Подтяни. Ладно, спасибо. Приедешь-то? Приключения на жопу. Ищем себе. В жопу, короче. Не могу я по перилам ходить.